Прошедшее лето доказало, что на загородном рынке активность не зависит от сезона. Гораздо более существенным фактором роста цен является ликвидность объектов. Сегодня основная тенденция на загородном рынке – это плавный рост стоимости в наиболее востребованных поселках. За год недвижимость в таких проектах вырастает в цене на 20-30%. В ближайшее время эта тенденция, по-видимому, сохранится. В успешных поселках на последней стадии цены действительно могут расти, ближе к уровню готовности. А в среднем по рынку индекс, в среднем по району такого роста не будет. Сейчас на первичном рынке коттеджных поселков реализуется, по данным БН, около 350 проектов. Из них стабильные продажи идут лишь в 30-40 поселках. В остальных поселках цены на участки и дома не растут, а наоборот снижаются. Наибольший потенциал для роста цен имеет сегмент таунхаусов эконом-класса. Этот формат сейчас наиболее популярен среди покупателей. Предложение таунхаусов постоянно растет, но спрос буквально дышит ему в спину. Учитывая довольно высокий спрос, застройщики повышают цены. По словам Ольги Трошевой, заместитель генерального директора консалтингового центра «Петербургская недвижимость», объем продаж недорогих таунхаусов растет. Например, в мае 2012 года их доля в общей сумме проданных загородных объектов составила 11%. Этот показатель превосходит результаты мая прошлого года более чем в половину. Впрочем, дорожают не только таунхаусы. Некоторые девелоперы уже начинают повышать цены на недорогие коттеджи стоимостью 4-5 миллионов рублей за домовладение. Сегодня этот сегмент загородного рынка активно привлекает покупателей с городского рынка квартир. Сравнивая жилплощадь в безликих новостройках на окраинах города и малоэтажные дома в достаточно уютных коттеджных поселках, люди все чаще делают выбор в пользу последних. Растут цены и на ликвидные земельные участки. Кроме того, возможно локальное повышение цен в некоторых местах Ленобласти, транспортная ситуация которых заметно улучшится. Екатерина Семченко и Всеволод Амелин, БНТВ.